Уважаемые гости, сегодня мы являемся свидетелями рождения новой семьи. Бесконечная радость и очень сильное волнение. Это именно те чувства, которые испытывает сейчас наш жених. Я прошу овациями, бурными овациями всех вас встретить жениха Альберта! Уважаемый Альберт, готовы ли вы взять на себя ответственность с этой минуты, с этой секунды любить, оберегать, заботиться каждое мгновение вашей счастливой семейной жизни? Да, готов. И встречаем нашу очаровательную, красивую невесту Катерину в сопровождении ее папы! Два любящих человека соединяются, чтобы никогда не расставаться. И прежде чем сегодня в знак своей любви вы обменяетесь кольцами, я просто обязана у вас спросить. Альберт, согласны ли вы взять в жены присутствующую здесь Катерину? Обещаете ли вы быть ей верным и любящим супругом? Прошу ваш ответ. Да, согласен. Аплодисменты! Катерина, согласны ли вы взять мужья присутствующего здесь Альберта, быть ему преданной, любящей женой и заботливой мамой ваших будущих детей? Согласна. Аплодисменты, дорогие друзья! Ну а теперь я хочу попросить нашу юную помощницу Татьяну вынести к нам кольца молодых. Ваши аплодисменты, уважаемые гости! Сегодня ваши руки украсят обручальные кольца. Пусть они напоминают вам, что ваша любовь бесконечна и останутся навсегда воспоминанием о сегодняшнем волнующем событии. Сегодня, 7 августа 2022 года, вы объявляетесь мужем и женой!